Молодежные организации города во главе с «Молодой гвардией» выступили с инициативой построить в парке большую горку, на которой смогли бы кататься и дети, и взрослые. Молодежь приглашает лобнинцев принять участие в этой доброй затее, желательно взять с собой лопаты. А свой вклад в доброе дело уже внес молодежный медиа-центр. Предлагаем вашему вниманию их видеоприглашение.